Финансовая помощь научно-техническим идеям. С 2012 года в Курской области действует федеральная программа «Умник». За это время гранты на реализацию своих инноваций получили около 60 молодых ученых. Кто станет участником конкурса в этом году, решали на региональном форуме. В 2016-м изменился возраст умников и умниц. Его увеличили до 30 лет. Выросла и сумма гранта. Теперь он составляет 500 000. Эти деньги молодым инноваторам необходимо вложить в свои разработки в течение 2 лет. В этом году на суд жюри представили 22 проекта. Проекты отбираются по 5 направлениям. Это медицина будущего, биотехнология, машины и оборудование, информационные технологии. В них есть научная новизна. И именно та научная новизна, которая в дальнейшем должна быть коммерциализирована, внедрена в производство и даст экономический эффект государству. В нашем регионе большинство молодых ученых занимаются медициной будущего. На это направление приходится около 70% выигранных грантов.